Уважаемые гости, приглашаю вас на себя. Автор парка Алексеев Александр Иванович. В прошлом он писатель и журналист по образованию, в настоящем архитектор и скульптор. То есть автор парка, он выступает архитектором сооружений, с которыми вы сегодня познакомитесь на территории, а также является скульптором. Культура – это всегда о том, как человек взаимодействует с окружающим миром, каким видит этот мир, ну и свое место в нем. Такие вот обелиски, а также скульптуры, яркий пример перед вами, знаком вам? Голова человека символизировала мудрость, но тело льва, как вы понимаете, это вместе мудрости сила, это власть. Именно поэтому чертам лица сфинкса еще стараются придать черты лица правящего фараона для того, чтобы утвердить божественность его власти. Но кто знает, быть может, у древних египтян была бы такая вот первая предвыборная кампания. Сумки, которые отображают мировосприятие древних египтян. Но любая цивилизация на своем пути, она проходит те же стадии, что и человек, то есть от зарождения через зрелость и к упадку. И очень важно, чтобы в момент упадка цивилизации рядом оказалась другая, более молодая, которая могла бы впитать все достижения предыдущей. С двух сторон вы познакомитесь со сценами битвы, сражений. К сожалению, это то, что являлось неотъемлемой частью истории любого государства. Быть может, что, оказавшись перед двухметровой статуей Зевса, кто-нибудь впервые для себя в жизни сможет осознать, да, столь всеобъемлющее явление. Есть над чем задуматься. Храм Зевса был построен в 2004 году. Над входом в храм вас встречает богиня Победы Ника. Нашествие кочевников и великое переселение народов погубило многие сильные государства, пала и Западная Римская империя, и началась продолжительная эпоха, которая называется Средневековье. И мы с вами сейчас пройдем к Средневековой башне. С одной стороны, это символ времени, когда покидать пределы своего жилища стало опасно, и стали воздвигать высокие стены и глубокие рвы, но с другой стороны, это символ романтики, и как раз таки в то время родилась рыцарская культура, да, сколько мы помним легенд о том, как прекрасную принцессу похищал злой дракон, но после кто спасал зачастую? Ну, или принц, да, наоборот. На башню также можно будет подняться, и здесь в средние века, в отличие от античной скульптуры, где присутствовала свобода движения, а также обнаженность, в средневековье, в глубоко религиозное время, тело являлось греховным сосудом, и все эмоции человека, они гиперболизировались и превращались в семь смертных грехов. Поэтому рядом со средневековой башней вы видите беседки семи грехов, и каждый год мы предлагаем узнать, какой же грех присущий вам. 19 году, к слову, всего за 500 дней. Снаружи вы видите, что театр разделен на части, и каждую часть украшает скульптура. Всего здесь 12 женщин и 12 мужчин. Это боги, музы, драматурги, персонажи произведения, актеры и музыканты. Театр построен по всем греческим канонам, внутри потрясающая акустика, места, как и в Греции, располагаются амфитеатром, то есть они ярусами спускаются вниз к сцене. 6 рядов, 150 мест, в общем-то, вот такой вот камерный зал и камерная сцена. Своя труппа у нас недавно была сформирована, но на протяжении всех этих 5 лет к нам приезжали артисты из России и за рубежа. У нас проходят музыкальные вечера, в том числе и органные концерты, творческие встречи, детские спектакли, ну и, конечно же, классика драматургии. Вы можете познакомиться на театральной кассе, либо же на нашем сайте с афишей. Мы с вами подошли к самому масштабному и грандиозному архитектурному объекту, который носит название «Дом искусств». Его строительство было окончено в 2020 году, а свои двери для посещения он распахнул только осенью прошлого года. Внутри находится картинная галерея, выставочные залы, 2 православных музея, музей иконы и деревянной скульптуры. После обзорной экскурсии желающие смогут его посетить. Стоимость посещения для взрослого – 200 рублей. Дерево как символ силы, плодородия и процветания. У входа в здание вас встречает скульптура богатыря Ильи Муромца. Она выполнена в рубочном стиле, и богатырь вас скорее не устрашает, а только лишь вызывает воспоминания и ассоциации, связанные со сказками, а также с былинами. Также все здание опоясывает фриз. Здесь вы видите только его начало, это орнамент, геометрические линии, флора. Гуляя вокруг здания, с одной стороны вы сможете познакомиться с отображением вокруг здания, вокруг Дома искусств, с одной стороны вы сможете познакомиться с отображением народной и бытовой жизни русского народа, а с противоположной – отображение духовной жизни русского народа, то есть иллюстрации из Библии и Евангелия. Часовня в честь Николая Чудотворца была построена в 2010 году. Она действующая. Вы сможете войти внутрь, поставить свечку, написать записку. Внутри вы увидите старинные иконы, которые намолены веками. А также с левой стороны будет 7-метровое панно ярославского художника Олега Рожкова, которое раскрывает 5 ступеней постижения таинства. Как раз-таки Олег Рожков – это один из тех художников, с творчеством которого поближе можно будет познакомиться в Доме искусств. Его еще называют российским Ван Гогом за буйство цветов и за любовь к подсолнухам. Предметы быта, утвари, украшения, оружие, все, что носили, чем воевали, можно будет увидеть. Также сможете подняться в часовню. Самые отважные смогут покорить 5 этажей дозорной башни. Такие башни служили способом оповещения, когда надвигался неприятель, на башне поджигали огонь, и таким образом распространялся сигнал тревоги. Ну, конечно, предметы быта, утвари, украшения, оружие, все, что так или иначе относится к региону Кавказа, начиная с античных времен, среднее века, новое время, заканчивается экспозиция экспонатами Великой Отечественной войны, себя любимого. Дорожный патефон, он даже воспроизводил звук, но была утерянная кодочка, и, к сожалению, сейчас мы ничего не услышим. Утюг, он был на спирту, в него добавляли, наливали спирт, поджигали фитили, гладили. Но в России он не прижился, потому как стоял выбор, либо же принять на грудь, либо же влажная рубаха. Эти бетоны устанавливали из печи, таким образом напиток всегда сохранял свою форму, первую в трактире. На полу стоит купорушка, оставляли початок кукурузы, крутили и деляли зернышки. Рядом стоит мельница, с помощью этой мельницы могли молоть не только зерно, но и минералы, смешивать зерна, писать иконы и картины. Типографские прессы, а благодаря ему переключали. Нет, то есть самое интересное собрано здесь, на первом уровне. Китайскую часовню, которая посвящена посвящена одному из 7 японских богов счастья, богу Эгису. Он расположен чуть ниже часовни. Вот у него можно будет попросить все, включая материальное. Каким образом? Нужно будет подойти к нему, омыть руку, омыть рот, погладить его по голове, ну и прошептать на ухо ему свое желание. Делайте это погромче, потому что поговаривает, что он глуховат. После нужно будет подойти, подняться в часовню, написать свое желание на табличке Эма и стукнуть в гонг. Забудете весь этот длительный алгоритм, и сотрудника сможете уточнить. Обратите внимание, камень, природное образование, рука скульптора его не касалась. Имеется еще один музей, который носит название «Дом Востока». И «Дом Востока» — это не копия Тадж-Махала, это не мечеть, это собирательный образ исламской архитектуры. То есть автор хотел собрать воедино все архитектурные стилистики Востока. Куполом он напоминает индийскую или же персидскую архитектуру. Минаретами напоминает мечеть. Башни, как впереди на фонтане, это индийская архитектура, башни Чатри. Ажурные рисунки снаружи Дома Востока — это арабское зодчество. А вот вверху по периметру виднеются зубцы с отверстием в форме звезды, бойницы, через которые отстреливались. Изначально в 2012 году этот объект строился исключительно как архитектурный, и не предполагалось, что внутри будет находиться и музей. Но после в коллекцию автора парка появилась скульптура бога Шивы, с этого и началась разрастаться коллекция. Архитектурного ансамбля Дома Востока также является и стилизованный индуистский храм Ратко, но это не музей, это просто техническое помещение. Айвас, иди сюда, София. Вот здесь садитесь. Антона Павловича Чехова, каждый человек на своем клочке земли сделал бы все, что он мог, чтобы представить себе нас прекрасно могла бы быть наша земля.